Раніца Беларусь, друзья. Сегодня на сцене летнего амфитеатра звучит золотой хит. Мы пришли послушать этот золотой хит и, естественно, подпеть и познакомиться с артистами, звездами 90-х, вашими любимцами. Программа «Золотой хит» – явление ежегодное и одно из самых любимых среди как витебских, так и приезжих зрителей. Любимые и популярные артисты, самая известная композиция и неподражаемая ведущая. Безусловно, идеальная слагаемая «Золотого хита». Я приезжаю настолько часто, что, можно сказать смело, каждый год. Вот, у меня, по-моему, один раз был один год, по-моему, какой-то, когда я тут не была. Это был самый плохой год в моей жизни. Что такое славянский базар? Любой фестиваль – это, вот говоря словами песни, это маленькая жизнь. Открыли концерт в прямом смысле слова «белорусы» под руководством Валерия Шмата. Разогрели публику, поэтому всем остальным звездам будет просто, шикарно, легко и просто выходить на эту сцену. Продолжила концерт артистка, которая долгое время скрывала свое лицо. А теперь ее хит-музыка нас связала, можно назвать лейтмотивом концерта. Как уже сегодня сказали со сцены, мы все росли на ваших песнях. У меня такой вопрос. В интернете очень много клеветы всякой ходит, что вы пели за все составы группы «Мираж». Это правда или нет? Это скажите. Правда абсолютно. Нет, ну в начале и Наташа Гулькина пела. Самое-самое начало, буквально несколько песен. А дальше все мое. Во всяком случае, песня «Музыка нас связала», она принадлежит только мне. Так сказать, ее исполнение, ее авторство, которым сейчас все подражают. И, так сказать, это все мое абсолютно. Обожаю прием, ваше гостеприимство, ваши драники. Вообще, ну, просто замечательно. Вот ехали опять сегодня, наблюдали ваши ландшафты. Это стриженная травка, вот эта вот чистота, вот эти аккуратненькие домики. Ну, просто чудо. Очень люблю Беларусь. Украшением концерта стали наши молдавские друзья. Группа «Даредос». Они каждый день, начиная с увертюры фестиваля, дарили свое творчество витебской публике. А Евгений Андрианов еще и успевал сидеть в жюри детского музыкального конкурса. Я после того, как взял у вас интервью, буквально несколько дней назад опубликовал с вами фотографии. Люди у меня спросили в неоднократном количестве, они правда живьем поют? Конечно. Правда. Кусочек сможете? Una mattina mi son svegliato. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Достаточно. Вы поняли, да, что «Даредос» исключительно живьем выступают. Продолжили программу хитмейкеры 90-х прямиком из Питера. Про них говорят, они точно умеют остроумно хулиганить на сцене. Откуда такое название «Диско-мафия»? Оно родилось само по себе, название «Диско» — это стиль, это ритм 120, который, кстати, сейчас очень популярен. А «Мафия» — это в переводе с сицилийского «семья». Вы же на славянском базаре уже не в первый раз. Поделитесь эмоциями, как вам атмосфера? Вообще царит очень классная, веселая, жизнерадостная такая, можно сказать, жгучая, яркая атмосфера. Растет зал, растут площадки, вообще конкурс. Растет живот от еды. Да, да. Кормят здесь на самом деле очень хорошо. Вот. Авторитет растет, ребята, авторитет. Концерт прошел действительно ярко. Эмоции зрителей было невозможно передать словами. Почти 4 часа амфитеатр провел, стоя, растворяясь в ритме танца. Друзья, такая атмосфера только на славянском базаре Витебске, конечно же, на золотом хите. Со мной уже неделю не виделась. Большина, чина, 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 чина
я к тебе не горжусь, я свою забуду, печаль и грусть, а наша песня останется только нашей.